это ты протеже Бринильфа, да? Хочешь подзаработать пару септимов? Могу помочь. Я занимаюсь взломами, подлогами и кражами. В основном придется проникать в чужие дома. Если тебе это не подходит, иди к Делвину. Он занимается более личными заданиями. Время от времени нужно напоминать торговцам, кто тут главный. Если для этого нужно вскрывать их сейфы и красть что-то ценное, тем лучше для нас. Не хочешь пройтись по магазинам и затовариться для гильдии? Ладно, только без шума и пыли. Вот, бери. Чем может быть тебе полезна скромная служительница Талоса? Ты замечательный друг. Это дорого стоит. Ну что, удалось стащить что-нибудь стоящее? Ты, наверное, хочешь получить свою долю? Держи. Эй, у меня тут по-прежнему много работы для тебя.